Это было катание Юлии Зловиной и Алексея Ситникова. А на разминке тем временем произошла вот такая ужасная трагедия в катании... В катании Мелисы Грегори и Дениса Петухова. Они выполняли поддержку. Вы ее сейчас видели. И в этой поддержке, в которой, между прочим, постоянно происходят вот такие ужасные падения и травмы, потому что партнерша здесь целиком и полностью отдается партнеру, и он держит ее усилием всего лишь одной кисти. Если что-то идет не так, то спортсмены разлетаются в разные стороны, как кегли. И если вы помните, на Олимпийских играх, по-моему, было падение у Мари Франс Дюбрейли и Патриса Лаузона именно в результате вот такой похожей поддержки. И сейчас буквально Мелисса Грегори не может подняться со льда. Денис Петухов рядом с ней, и оба в ужасном состоянии. Падение произошло прямо на грудь. Можно таким образом повредить себе грудную клетку. Он тоже, видимо, крепко приложился к борту и с трудом поднялся. Пока что еще даже не понимая, что произошло с его напарницей. Катастрофа. В общем, катание Злобина и Ситникова вы видели. В итоге, после тоже не самого уверенного катания, хотя, конечно, более уверенного, чем в оригинальном танце, тем не менее, они получают 68 баллов. Это почти столько же, сколько у Жиганщины и Херманов. Но все равно недостаточно, чтобы хотя бы одну строчку себе обратно отыграть. Таким образом, Злобин и Ситников с пятого места так и переместились на десятую позицию. На какое-то время покинем каток и вернемся на него буквально через несколько секунд.